Алмазная осень вновь признан одним из самых надежных негосударственных пенсионных фондов России. Рейтинговое агентство «Эксперт.РА» высоко оценило качество активов, в которые инвестированы пенсионные накопления фонда. В текущем году «Алмазная осень» разместила более 90% всех средств в высоколиквидные и высоконадежные вложения. Позитивное влияние на рейтинг фонда, считают российские эксперты, оказывает высокое качество и диверсификация активов. За 3 года пенсионные резервы «Алмазной осени» увеличились на 36%. Сегодня это 19,5 миллиардов рублей. По данным агентства «Эксперт.РА», на 31 марта объем пенсионных накоплений фонда составил более 3 миллиардов рублей.